Все знают, что такое песочный стол. Стол для песочной терапии, анимации. В смысле, песком, да? Да, световой стол. Ну, он подсвечивается внизу, от сверху песок. Да, да. Очень простая вещь. Самая дешевая сколько стоит? 1005? 4000, по-моему. 4. Ну, от 4 было до 10, но сейчас нужно переспрашивать цены. Да. А плюс песок для него, ну, 500 рублей вот от головы. Песок для шиншилл в зоомагазине, самый дешевый вариант, самая мелкая фракция. Больше всего именно рисунок. А можно делать точно так же фотографии, каждый по очереди, немножко изменяя. Но есть намного более простой способ, который позволяет работать и делать мультики просто кому угодно сходу. Вот не нужно всего вот этого. Мы поставили сюда стол, мы поставили сверху камеру, нажали запись, пошло видео. Все, видео идет. И снимаем, как дети рисуют. В результате после этого берем, делаем монтаж, готово. И это делается вот просто вот сразу. И вот сразу получается мультфильм. Жили-были два брата. Одного звали Солнце. Он любил встать рано утром и освещать землю. Другого брата звали Ветер. Он любил гнать тучи по небу и гнуть деревья. А еще он любил бегать на перегонки сам собой. И поспорили как-то Солнце с Ветром, кто сильнее. Ветер говорит: видишь человека, который идет по дороге? Спорим, я заставлю его снять плащ. Стал ветер сильно дуть. Согнулись деревья, тучи закрыли солнце. А человек только сильнее запахивает плащ. И так далее. Смотрите, это делается вот совсем просто, и вот вы можете просто это поставить. Не нужен даже никакой свет. Свет есть у самого светового стола. Взять видео. Это какая-то совершенно простая притча, я уже не помню откуда, из какого-нибудь Коана, наверное, взятая изначально. И вот такой получается мультфильм. Это дети нарисовали, просто так человек хорошо лицо нарисовал. Рисовали дети, но это, насколько я помню, рисовали довольно взрослые дети. Девочки? Да, там 14-15 лет. Да, есть одна особенность. Чаще всего световые столы ставят очень плохие лампы. И они очень сильно мерцают на определенных частотах. Поэтому, когда мы ставим фотоаппарат, либо видеокамеру, мы изначально подбираем ту частоту кадра, с которой мы снимаем. И смотрим, если оно мерцает, просто вот так очевидно на экране, значит, это не наше. Сдвигаем на следующее. Чаще всего они мерцают с частотой около 60. Не мерцают. Больше 60. Вот ровно 60. Вот ровно 60 там. И, ну, в общем, нужно подбирать разные лампы по-разному. Это вот не эти. Они ужасные. Вот эти, да. Эти лучше намного по сравнению с тем, что там используется. Честно скажу. Да, их менять или как? Нет, подбирать ту частоту кадров для видео, с которой она не мерцает. Она будет нестандартная. На телефонах просто нам нужно ставить сторонние программы для записи. Например, эта Google камера, кажется, она так называется. Универсальная, ставится практически на все телефоны. И там есть про режимы. Возможность полностью задавать экспозицию, диафрагму, баланс белого и прочее, как на видео, так и на фото. Тут надо понимать, что дети сами не выбирают способ, каким будем снимать. Детям нравится рисовать на песке,
Детям нравится рисовать фоны и так далее, лепить из пластилина. Что нравится вашим детям, либо вам самим, если вы делаете, то тот способ вы выбираете в первую очередь. А если этот способ приносит вам радость, то это вот ваш способ. А тут же главное не способ и не, на самом деле даже не результат, который получится. Все равно получится, вам не будет нравиться, а всем остальным понравится. Это вот стандарт. Иначе не бывает. И все косяки, которые будут на видео, будут видны только вам и еще каким-то теоретическим профессионалам, которые это никогда не посмотрят. Поэтому должен нравиться сам процесс. Любите лепить пластилина, трехмерная анимация – ваш конек. Либо двухмерная, если мы снимаем ее сверху. Трехмерную анимацию – пластилин. Тут, Саша, расскажешь, как ставить камеру, в нее свет? Трехмерный – да, конечно. Это, скажем так, будет очень специфический ролик про очень специфического ребенка. Сами смотрите, главное, что все это делал он сам, и насколько это просто может быть сделано. В анимации, ну там с небольшими врезками самого Артема. Дальше про этого Артема будет отдельное интервью с ним и так далее. Это сделано было специально для него тем, что он занимается. Это его любимый мультсериал на тот момент. Супергерои, кажется, так называется. Я не смотрел, к сожалению, сам. И вот это персонажи из этого мультфильма. И это его супермобиль, который тоже он слепил. Как это делается? Штатив. Вот точно тот же самый. И смотрите. Это стол. Это просто стол, поверхность стола. Это просто стена. Поставили стол к самой стене. Поставили штатив. Установили здесь фотоаппарат, либо телефон. Какой угол? В данном случае угол практически вот шел вот так. Для того, чтобы придать им максимальный размер.
Если мы снимаем снизу, то все кажется большим и важным. В данном случае снимали практически от поверхности стола, буквально несколько сантиметров над ним. Угу. Обычно все-таки используется небольшая высота, примерно в 30, чаще всего в 30 градусов по отношению к герою. Что еще? Установили, сделали фигурки и сдвигаем фигурки каждым отдельным кадром. А для того, чтобы они стояли, здесь были некоторые проблемы, здесь не видно, естественно, это, но они там на проволочках воткнуты в стены. Потому что они не держались вот так. Вы понимаете, пластилин, он не держится таким образом. И поэтому тут, ну, бывают отдельные вещи. Но на сам автомобиль мы спокойно их усадили. И они ехали. Те же самые 6 кадров в секунду. Сколько нам нужно, чтобы машина проехала вот с этой точки до конца? Со звуком. 2 секунды. То есть в течение 12 кадров она будет ехать отсюда, сюда. Делим на 12 равных частей, и он поехал. Сколько времени нужно супергерою для того, чтобы установить огромную букву S на стену? Как он пойдет? Тоже 2-3 секунды. Поделили на маленькие кусочки, на движение, он поднял эту спину. Вот это классическая трехмерная анимация. А также с пластилином можно делать двухмерную анимацию. Мы делаем все вот то же самое, что здесь. Только наши персонажи будут из пластилина плоские. Все то же самое, просто сделали это из пластилина. И тогда у нас есть большой плюс. Мы можем их прямо здесь на столе изменять. Ручки поднимаются с помощью просто изгиба. У нас может быть даже какие-то микродвижения, может быть глаза даже открываются и закрываются. Но эти пластилиновые фигурки очень быстро разваливаются. Оторвалась ручка, это всем очень смешно, но мультик загуглен. Либо все там расплющилось. Есть свои большие плюсы, есть минусы. К сожалению, пластилиновую ворону мы не снимем, как бы не захотели. Там все настолько профессионально и настолько все отработано, у нас так не получится. Настолько изменять и постоянно переделывать. Но надо понимать, что и у них это снимало сотни и сотни и сотни часов. А мы хотим сделать все и быстро, и красиво. Получится, но почти. Так, следующее. У нас 10 минут. Монтаж. Если мы используем... Это настраивается на частоту моргания. Да, да. Если мы используем довольно дорогую камеру, у нас есть такая возможность, в первую очередь, камера из более-менее современных. В первую очередь, если это Canon и Nikon, то и можно делать потрясающую вещь. Есть программа Dragon Frame. Драконский кадр. Мы ее устанавливаем... На компьютер ставится? Да, на компьютер. Ну, компьютер бессмысленный, только на ноутбук. И к ноутбуку мы подключаем по кабелю камеру. Она подключается к этой программе. Нам выводится сразу же изображение из камеры на ноутбук. И там немножко настройки, и мы просто нажимаем кнопочку «Пробел», он нам снимает. Мы отсняли определенное количество кадров, нажали кнопочку, и он у нас сразу же показывает с заданной частотой кадров то, что у нас получилось. Но специально покупать под эту камеру будет только тот, кто профессионально занимается мультфильмами. Мне пришлось покупать камеру, вот она более-менее новая, но она мне нужна как и для мультфильмов, так и для видеороликов, так и для репортажной работы, так и для всего остального. Поэтому Dragon Frame у меня не работает, он не способен для нее. Поэтому вначале мы все снимаем память фотоаппарата, как видео, так и фотографии. А дальше возникает вопрос, на чем мы хотим обрабатывать.
хотим просто и не напряжно, либо сложно, заморочено, очень красиво и потратить на это очень-очень много времени. Если мы хотим делать это просто и хотим делать это вообще, мы не используем программы на телефонах и планшетах. Это невозможно, это ужас. До сих пор монтаж на Android и iPhone это по принципу мы будем очень-очень долго мучиться и в конце концов перейдем все равно на ноутбуки. Да, теоретически есть программы. Да, они очень красиво показаны, что работают. По факту, как только мы хотим сделать хоть что-то, хоть чуть-чуть отличающееся от того, что задумали разработчики программы, у нас это не получилось. По крайней мере, так было полтора года назад, когда я этот вопрос изучал. Пока еще нет нормальных программ, да и в принципе монтировать на маленьком экранчике телефона это можно убиться. Поэтому все-таки мы перебираемся на Windows, либо Mac'е. И что у нас там есть? Есть много бесплатных и условно-бесплатных программ, которые можно поставить. Особенно все условно-бесплатные. Да, они условно-бесплатные. И достаточно для базовых мультфильмов и роликов самых простых программ. Например, это Windows Movie Maker. Она у нас была вплоть до 7-й версии винды. Она бесплатная, просто Windows встроенная. В 10-ке она называется немножко по-другому. А Windows редакция видео, что-то типа такого. И ее уже, даже ее уже достаточно для того, чтобы смонтировать самые простые базовые ролики. Сделать переходы, наложить звук, сделать экспорт. Почему бы и нет. Но если мы хотим делать по-хорошему, это Adobe Premiere и либо Sony Vegas. Тут просто дело вкуса, кому что больше нравится. Premiere — это та программа, в которой работают все профессионалы. Sony Vegas — там работают избранные профессионалы. А Sony Vegas — она менее требовательна к ресурсам. Но она может позволить себе не все, что можно позволить себе в Premiere. Дело вкуса. Вот если ни в той, ни в другой программе не работали, выбираем одну из них, включаем YouTube и смотрим основы работы, и этих основ будет более чем достаточно. Скажем, там час посмотреть видео и потыкаться в кнопочки, и вы сможете делать самый простой базовый монтаж. Честно. Но это условно бесплатные программы. А если уж нужно использовать полностью бесплатные, я использую Irfan View. Это бесплатная программа, которая позволяет нам вот сырые данные, сырые фотографии сразу обрезать нужное количество, подогнать яркость, контрастность, подогнать цвета, тона, ну и так далее, выбрать то, что надо. А после этого в программу VideoPad. Она полностью бесплатная и позволяет делать весь базовый объем монтажа. Как делать монтаж? Это тема для нескольких отдельных мастер-классов. Надо честно это понимать. Так сходу я не объясню. Количество кадров для мультфильма может быть все, что начинается от 6. То, что ниже 6 кадров, даже уже 5, мы будем воспринимать это как отдельные рваные кадры. Например, то, что мы сейчас смотрели только что, помните, в самом начале кружилось. Там всего 4 кадра. И мы смотрели это как на слайд-шоу этих героев. Там просто другой возможности не было по-другому отснять. И поэтому это уже не мультик. Это слайд-шоу. 6 кадров и выше. Поехали. По-честному, все говорят в один голос, что в пределах одного мультфильма нельзя менять частоту кадров. Умоляю, можно и, к сожалению, нужно. А если мы делаем это своими руками, с детьми. Потому что в какой-то момент движение той же самой стрекозы будет делать ребенок, который хочет очень-очень быстро, и нам придется его замедлить, и у нас будет стрекоза двигаться всего 4 кадра в секунду. А кто-то из детей максимально усидчивый будет в течение 60 кадров передвигать тростник по экрану.
нам придется убыстрять. Даже в профессиональной анимации, в профессиональных полнометражных мультфильмах есть изменение кадров. Частоты? Частоты в зависимости от бюджета. В пределах одного мультфильма? Тут японская анимация, они там вообще прям меняют. У них, ну, где подешевле, там они поменьше кадров набрали, стоп кадров набрали. То есть... Ну, как-то я вот так не могу вспомнить, чтобы, ну, из популярного, чтобы в пределах одного мультфильма была разная частота. Может быть, и есть, но не могу вспомнить. Частота при анимации, да? Правильно? Да, да. Об этом говорим, да? Запросто. Да? Там, окей. Они экономят, там, отрисуют 5 статичных, ну, один статичный кадр, там, растянут. А, в этом смысле. Да, между прочим, да, вот в японском аниме, да, это распространенно. Там где-то может вообще поставить статичный кадр, и мы будем в течение 10 секунд смотреть, как главный герой смотрит. Замер и смотрит, а потом начнется резкая схватка между двумя иконзумами, не знаю, условно. Ну,